Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Ну что, поехали на ивент. Мы обычно начинаем именно с него. И хочу посмотреть, что у нас тут за задание. Ох, ё-моё. Слишком много надгробий, я смотрю, здесь. Так, давай, звездочка, бомби. Так, а мы с тобой будем потихонечку уничтожать эти могилки. Так, давай, наверное, сюда поставим еще. Так, банан, влупляй, пожалуйста, вот сюда. Угу. Превосходно. Так, звездочки, куда бы мне еще-то поставить? Даже не знаю, давай здесь. И вот сюда. Слушай, нам нужно с тобой как можно быстрее. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Давай, наверное, вот здесь вот шарахнем. Прекрасно, и вот сюда. О-о-о, не надо есть мою звезду, пожалуйста. Ага, то разогнались, понимаешь ли. Так, мне не хватало здесь еще попугая. Ну вот куда он летит? Именно... Ага, не успел. Я думал, он летит именно к банану. Так, сделаем с тобой вот такую штуку. Оп-оп-оп, банана. Замечательно. Так, теперь, наверное, вот сюда бомбанем. Потому что эти магнитчики, они меня достанут сейчас. А что всего два банана, и все, больше мне ничего не выдают. То есть это ограниченное, да, получается у нас? Так, вот тут надо, наверное, нам все-таки схавать. Давай сюда, наверное, шарахнем. Да почему ты убиваешься только одного? Я, блин, хочу, чтобы ты массово шарахнул. Ну-ка, давай попробуем так сделать. Ё-просоте. Ты посмотри, они внизу, кстати, съели мою звезду. Вот такая вот. Смотри, стырил все-таки, а? Да что ж тут происходит-то, а? Давай, срочно банану влупляй. А вот где вот эти охламоны, тебе не надо было, да, бомбить? Вот так ты сделал. Ну, банан, а? Ну ты жучара все-таки. Смотри, потихоньку нас тут стесняют. Ну... Банан сегодня созреет или нет? Созрел. Давай его сюда, наверное, шарахнем. Ну что, остается, в принципе, не так много противников. Этот, я думаю, не дойдет. В плане. Еще волна, что ли? Вы, блин, серьезно, что ли? Я-то уже обрадовался, думал, все, конец, ага. На самом деле, это только начало. Я в шоке, если честно. Так, у меня банан, ребята, здесь заклепали. Сейчас, если вот этот еще уничтожат. И как вы тут представляете это? Я не знаю, ребят. Тратить деньги. В последнее время я заметил, здесь очень какие-то сложные, ребята, идут испытания. Я не знаю, с чем это связано. Но такой вот есть факт. Так, посмотрим, может быть, успеем как-то разобраться с ними. Ты посмотри, я только открыл, ребята, его сразу же у меня запечатали. Да валите вы отсюда. Ну, допустим. Но мне пришлось потратить, как ты видишь, монетки. Офигеть, испытание. Да, ивент, конечно, сложноватый. Я даже не знаю, стоит ли еще раз проходить его. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Ух ты, взрывной орех, 10 штук. Аки, 5 и 1000 монет. Слушай, давай тогда еще разок пройдем. Вдруг нам еще выпадет орех. А он мне нужен. Ну что, погнали. Банан, давай иди сюда. Сейчас по-быстренькому тут попробуем уничтожить. Чтобы эти могилки нам не мешали. Так, и звездочки пускай тут пока наяривают потихонечку, да? Опять он вышел, а? Вот как раз-то в нем проблема. Он бросает свои вот эти кости, и, соответственно, здесь появляются могилки, которые нас очень сильно отвлекают. А вот эти звездочки, они такие слабые, что ничего толкового сделать не могут. Так, подожди, сейчас попробуем. Замечательно. И нужно, естественно, контролировать. Вон, они уже появились. Почему мне всего два банана дают?
но ведь это нечестно. Они сейчас начнут бросаться ими, своими этими щупальцами. Так, давай-ка, наверное, вот сюда бомбанем. Секундочку. Секундочку. И вот так сделаем. А теперь посмотрим, получится у меня из этого что-нибудь хорошее. Я не знаю, что тут хорошего, ребят. Они поедают мои звездочки. И тут еще этот попугай плешивый лезет. Эй! Давай срочно сюда. Звезду куда поставить? Давай, наверное, сзади влепим. Вот, видишь, что он вытворяет. Прекрасно. Куда вы идете, а? Ну куда вот вы идете? Объясните мне на милость. Вот не хотел я этого делать, но, видишь, приходится, другого варианта не вижу. Идет, да? А этот у нас спокойненько себе проходит. Смотри, что сделали, видишь? Вот именно про это я тебе и говорил. Все, у меня банан... Вот один банан остался. Но тут надо будет пятилетку ждать, пока он активируется. Давай, влупляем. И вот, как ты видишь, еще одного на. Небо удобрения. Хоть где-нибудь-то будет оно или нет? Или обойдемся без удобряшек? Они вот на это, что ли, намекают? Не, слишком слабая звездочка. Вообще не наносит никакого урона, и это меня раздражает. Смотри, что творит. Видишь? Вот так вот он, ребята, это и делает все. Все это пакость. Хоп-хоп-хоп, банана. Ага. Ну давай, последнюю вот эту вот бананку мою уничтожь, и будет вообще все ништяк. Так, ну здесь я не переживаю, здесь вот газонокосилка. Все, бомбим. Сюда и сюда. Трындец. Хотел подзаработать, а получилось, что наоборот растратился. Но тем не менее мы с тобой прошли этот ивент. Да ё-моё, сельдерей. Капелька и 1000 монет. Я, честно говоря, рассчитывал немножко на другое. Ладно, давай продолжать. А осталось у нас только Пенни Пурсуит и Арена. Ну, и с чего начнем? Давай, наверное, с Пенни. Правда, у нас задания все пройдены, но я хочу, знаешь, что сделать? Второй уровень сложности, а может быть даже первый. Вот здесь вот не помешали бы мне 1000 монет. Поэтому погнали. Будем их зарабатывать. Так, хотелось бы посмотреть, что тут у нас. Что тут у нас? Так, секундочку. Вот, возьмем с тобой халапеньо. А, вот оно что. Так, ну-ка. Гриб. Гипногриб. Так, здесь, наверное, вот таким вот образом сделать. А здесь вот таким. Так, опять гипногриб. Мы его, наверное, вот сюда поставим. Так, и давай уже вот здесь вот проверять, что у нас тут находится. Так, зомби, зомби. Опять зомби. Куда бы его сюда, наверное, поставим, да? Грибок сюда. Блин, а куда мне его ставить-то? Уже некуда, если честно. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Ну, ешь ты быстрее, давай уже этот гипногриб. Опачки. Так, вот здесь мне не совсем нравится, что у нас... Куда он пошел? Все, он теперь за нас. Давай здесь вызовем. Теперь здесь. Так, ладно, сюда если влепим. Опачки. А что я переживаю? Мы же можем вот так вот с тобой сделать. Жить, и все. Опять у нас гипногриб. Так, интересненько. А ну-ка. Ну все, тут, в принципе, ребят, без проблем. Очень даже быстро и легко прошли.
1000, как говорится, на халявку мы с тобой заработали. Плюс еще 5 гемов, как ты видишь. Ну что же, давай тогда следующее выберем с тобой событие. У нас тут есть где-то еще. По-моему, тут, да. Уже видишь, 1400 монет. Поэтому я пойду сюда. Надо только посмотреть, кто здесь. Кто здесь и что. Ну давай, ну что ты в самом деле так долго кружишься там? Так, выберем, наверное, с тобой опять же халапеньо. Ой-ой-ой-ой. А тут-то посерьезнее противники будут. Ну, давай, попробуем. Пускай пока тут влупляет. Мы с тобой должны будем уничтожить вот эти надгробия. Плюс цитрон. Плюс призраки. Допустим. Сюда поставим. Так, давай цитрон. Я не понял, а что тут босс-то делает? Эй! А разве так должно было быть? Обалденно, что он творит, а? Ты-то что здесь забыл, мелкий, а? Так, давай так сделаем, наверное. И вот сюда. Пока мы с тобой побережем наше удобрение. Хотя, по-моему, сейчас придется влуплять. Или как ты думаешь, не придется? Ну-ка, сдули. А, он ушел. Все, он тут побомбил маленько. Ну, еще королей не хватало. Короли тут еще вышли, ага. Будут вызывать своих сейчас рыцарей. Как бы не так. Давай, наверное, сюда еще цитрончик поставим один. Так, халапеньо у нас поджигает, как ты видишь. Целый ряд. Это очень круто. Кстати, у нас твой... Вот так вот. О-о-о, идет гаргантюаха, прикинь. Идет наяривать. Давай-ка мы сделаем вот таким вот образом. Минус. Теперь сюда поставим. Блин, вот здесь мне не нравится. Надо, наверное, вот так вот сделать. Жарь, жарь, жарь. Теперь призрака. Ну, по идее, тут первый уровень сложности должно быть все, ну, все легко. Никаких не должно быть проблем. Так, еще одна удобрешечка. Так, давай-ка цитрон. Бомби, здесь тоже, пожалуйста, бомбани. А вот сюда я поставлю привидение. Ага, а так нечестно. Прям из-под ног вылазит, прикинь. Ну-ка, давай вот так вот их туда, подальше от нас. Еще 40 секунд нужно продержаться. Ну-ка. Призраки пускай здесь стоят, уничтожают. Так, гаргантюаха, а че он ускорился-то так? Эй! Что за ускорение тут, я не могу понять. Что, блин, за фокусы, ё-моё. Давай, цитрон. Так, секундочку, надо вот здесь вот так сделать, скорее всего. Это, видимо, вот этот чудик их ускорил. У меня других предположений нету. Все, ребят, победа. 1400 монет мы зарабатываем. Что-то как-то напряженно было тебе. О, родной ты мой. А вот, ребята, и зомбос с собственной персоной. Ну что, пойдем, наверное, на первый уровень сложности. Попробуем. Во-первых, мы здесь с тобой... зарабатываем на наши растения семена, а во-вторых, голду. Голда нам просто необходима. Так, здесь будет босс или кто? Или так, куча всякого хлама? Нет, здесь зомбосс. Ну что, я, наверное, нет, грушу нам здесь брать не нужно. Что тогда? Наверное, возьмем с тобой взрывную мяту. Рис. Так, здесь у нас роботы, ё-моё. Давай, наверное, вот так вот возьмем. Бублиша. Плюс электрический горохострел. Блин, нам нужно дальнобойные какие-то, да? Юниты. А мы можем сделать вот так. И... где у нас... не вижу, не вижу. Так, вот это мы возьмем. Слушай, наверное, рис я уберу все-таки.
Вот. Сумрачную катапульту я возьму. Слушай, наверное, вот этот вот бублич здесь не нужен, мне кажется. Может быть, его убрать и вместо него поставить мины? Или даже подсолнух? Как вот здесь лучше сделать-то? Или вообще арбуз? Морозный, было бы круто, наверное. Ага, тут еще летающий. Погоди, тогда мы сделаем с тобой немножко по-другому. Если здесь есть летающий, значит, нам нужен будет клевер. Все, друзья мои, поехали. Я не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что-нибудь да хорошее. Так, поставим с тобой, наверное, сюда. Сюда и сюда. Плюс яблочные мортиры сразу же должны бомбить у нас. Знаете, что я сделал? Плохую, ребята, ошибочку. Потому что этот же зомбос, он же будет бежать. Мы, значит, с тобой ставили здесь мины, и он ничего не смог уничтожить, да? Он на мину напоролся, и все. А здесь я мин не взял. Вот так-то. Ладно, может быть, мы его успеем подловить. Что-то он тут сразу рьяно так начал. Ну-ка, давай сделаем вот так. Летунов там сразу, мы с тобой, я смотрю, расчекриживаем. Давай электрические горхострелы. Пока вроде бы неплохо. Давай вот сюда поставим. Так, что у нас там, все хорошо? Ну, вроде бы неплохо, да? Блин, вот это плохо. Уничтожил. А мы тогда сделаем в ответку. В ответку. Погоди-ка. Вот так вот. Мортирушка. Плюс сумрачная катапульта. Плюс наши взрывные лоза. Лоза, лозы. Ну, все поняли. Так. Теперь сюда. Слушай, ну, вообще конкретно разбираем. Единственная проблема, ребята, что... Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. Что по самому боссу у нас очень мало урона проходит. Мы в основном валим зомбиков, которые здесь ходят. Окей. Так, давай еще и яблочную поставим. Видишь, хотел рвануть. Но не тут-то было. Сюда влепим. И сюда. А, все, ребят. Мы его победили. Теперь нам только нужно дождаться окончания времени. И все. Ну что ж, прекрасно. Давай вот сюда поставим. Так, монетку я заберу. Куда тут еще можно влепить? Давай здесь поставим. И вот сюда. Тут даже нам подсолнухи с тобой не понадобились. Как ты видишь, у нас с энергией, в принципе, никаких проблем нет. Так, влупляем. Ну, это тут, конечно, конкретно мы на разбор пошли. Ему выпадает, причем довольно неплохо. Монеты, мне нравится. Какой у нас тут подход идет. Давай так вот сделаем. Все, друзья мои, мы прошли. И это круто. Так, открываем пиньяту, получаем с тобой 2200. Это по монетам. Угу. Грибок. Гриб-споровик. Плюс болгарский перец. И взрывная лоза. Кстати, я же могу ее открыть. Ты видел? А когда я на нее накопил? Сейчас только что ли? Секундочку. Можно мне глянуть, по-моему. Да мне не показалось. Я действительно на нее накопил. Так, ну здесь награды мы забрали.
Идем с тобой вот сюда. Ищем, где она у нас. Взрывная лоза. Она должна быть закрыта. Как всегда, быстро все это проматывается у нас. Так, это не то, это не то. Ага, вот она. Да, ребята, я открываю взрывную лозу. Это круто. Хотелось бы, конечно, еще и прокачать хотя бы на пару уровней. Ну что, мы пойдем с тобой опять на зомбоса. У нас с тобой еще есть попыточка, да? А, здесь три попытки, бесплатные причем. Поехали, короче. Не знаю, стоит ли мне вот здесь заморачиваться. Сможем ли мы здесь справиться? На втором уровне сложности. Давай попробуем. На втором уровне сложности. Тут не забываем мало того, что зомби будут покрепче. Так еще будет время очень быстро улетать. Ну давай, хватит тут уже грузиться. Посмотрим. Так, во-первых, я возьму, ну, вот это вот. Тут само собой. Да. Так, ну что мы тут с тобой. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну, тут, наверное, придется нам кое-что заменить. Бублиша брать. Не хочу почему-то. Я не хочу этого бублиша брать здесь. Так. Электрический. Понадобится ли он нам здесь? Мне кажется, вряд ли. Вот теперь вряд ли он мне здесь вообще что-нибудь... сделать хорошо. Магнит тоже не хочу брать. Мину. Вот. Вот что мы с тобой возьмем. Точно. Вот так вот мы сделаем. И можно, в принципе, орех взять. Только зачем? Наверное, все-таки не будем мы его брать. Поехали. Вот попробуем такой вот командой сыграть. Let's rock. Ну все, 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 зомбос пролетел. Довольный такой, да, радостный. Так, яблоки мои сразу полетели. Да почему-то мимо. Почему-то мимо. Так, ну что, активируем, естественно, ребят, активируем. Сразу же давай уменьшать их. И подрывать. Сразу же и взрываем. Все отлично. Так, сюда поставим с тобой. Ну, энергию-то давайте мне, господи. Да пошустрее. Так, уменьшатор. Выходи. Так, ну и, естественно, будем с тобой сумрачные катапульты здесь ставить. Их очень-очень много нужно будет влеплять. Яблочки. А почему эти не уменьшились? Объясни-ка мне на милость. Для них что, особое приглашение уже? Не понял юморка. А вот, все, все отлично. Так, ну что, делаем подрыв. Подрыв, так сказать, сделали. О, летят супостаты. Ну тут видно сразу, друзья мои, что очень-очень тяжело идет у нас, конечно. Уничтожение зомбоса. У него 5 хп, у нас уже к этому моменту, по-моему, 3 хп оставалось, да, на нем. Ладно, сейчас посмотрим. Кто там еще захрюкал? Вот когда он один, да, и в него летят яблоки, вообще шикарно жетушки отнимаются. А когда он вот призывает вот эту вот орду, вот тогда у нас начинаются проблемы. Ну что, подрыв, наверное, сделаем. Так, погоди секунду, я вот так, наверное, сделаю. И... еще посохи мешаются. Давай вот так вот. Влупим. Здесь поставим уменьшатор. Естественно. Блин. Лозу ставлю туда, где ее не должно быть.
Так, сумрачная катапульта, иди сюда. Ребят, я не успею. 30 секунд остается, как ты видишь. А у него еще 3 полоски жизни. Ну, тут все объясняется элементарно, ребята. Зомби сильнее, мои растения слабее, и вот из-за этого такой результат. Время продолжать, но я не вижу смысла. Ну, то есть загим, хотя можно попробовать. Там и награда будет, естественно, круче. Давай, ладно. Сколько там нам дадут? Ага, полминутки. Полминутки нам с тобой дали. И, слушай, ну полминутки как раз мне, наверное, и хватит, да, чтобы уничтожить его. Да. Куда ты убежал? Все, друзья мои, мы победили его. Как ты видишь, полоска его моргает. Но пришлось потратить мне гемы. Ладно, ничего страшного. Зато будет награда хорошая. Сам видишь. Так, открываем пиньяту и смотрим, что нам тут выпадет. Во-первых, 2700 монет. 5 взрывных вишен. Цитрон 5 штук. И что-то еще. Подсолнух. Близнецы, да? Так, ну и взрывная лоза. Так, по-моему, у нас еще одна с тобой попытка остается, да? Поэтому давай-ка мы ее быстренько с тобой заюзаем. Только не знаю, стоит ли мне сюда идти или тут пройти. Тут не хватает, опять придется нам с тобой тратить гемы. Это при хорошем раскладе. Поэтому давай, чтобы и без трат, возьмем с тобой первый уровень сложности и запинаем сейчас все по-бринкам здесь. Давай, зомбос, выходи. Настала пора, как говорится, отомстить. Берем с тобой взрывной перк. Ну и... Так, я здесь менять ничего не буду. Давай просто вот так вот сделаем с тобой, как у нас было. Ага, погоди, вот это вот нам уже не нужно. Так, немножко тут меняется у нас, да, с тобой? Можно взять гранатовую бомбу, в принципе. Секундочку, что-то мне не нравится. Раскладик вот этот вот. Васаби я брать не буду. Хурикали, не вижу смысла вообще в нем. Может быть, нам сделать с тобой вот так вот? Ну, давай посмотрим. Фиг с ним, пускай будет кабачок. Пускай будет кабачок. Релот. Ну что, погнали. Зомбос прилетел, собрался. Ну, а мы сразу в атаку. Ну, здесь легко, на самом деле, будет. Мы его здесь разберем без каких-либо особых проблем. Так, выпустил свою ракету, да? Причем с лету ее выпустил. Так, ну-ка, кабачок, иди сюда. Он там хоть что-нибудь вообще делает, этот кабачок, или нет? Ну так тут, для вида. Да нет, вроде что там делает. Шуршит, так сказать. Так, нам нужно все-таки, наверное, побольше яблочных мортир, да? Хотя, почему побольше? Мы и так справляемся, ну ты сам видишь. У него уже 4 полосочки здоровья остаются. Вот это вот зря он делает. Уничтожает мне яблочные мортиры. Знает же, кого бомбить, а? А я обратно поставлю. Лоза, иди сюда. Так, ну-ка, если мы вот так с тобой активируем. Плюс взрывная мята, плюс кабачок. И вот так вот. Ну что, 2 полосочки хп у него остается. Так, кабачок мы поставим сюда. Мортирочку сюда влепим. Мне нужна сумрачная катапульта. И желательно побольше. Так, сюда и сюда влепим.
Кабачок пускай стоит здесь, наверху. Мортирушка. Точнее, этот, сумочная катапульта. Ну все, у него последняя полосочка. А, все, ребят, забомбили мы его, короче. Забомбили, запинали. И ничего он уже нам не сделает. Так, мортиру яблочную поставим. И еще одна. 48 секунд. Нам еще здесь будет продержаться и все. Но у них вариантов нет, ребят. Они не смогут меня здесь пробить. То, что мы геймы получаем и монеты, это приятно. Так, давай сюда поставим лазу. Ну, монетки. Голда только летит к нам в карман. Давай сюда яблочную мортиру поставим. Плюс кабачок. И взрывная мята. Все, ребят, победа абсолютная тут за нами. Без каких-либо яких, да? Давай вот сюда еще поставим с тобой. Все. Последние 4 секунды. Так, отдайте мне гемы. Блин, не успел забрать. Ну что, пиньетушка, давай посмотрим, что ты нам дашь. Ну, во-первых, голда. Во-вторых, угу. Банановые ракеты. Бонг, чё, и давно, кстати, он нам не выпадал. Ну и взрывная лоза. Буквально не хватает нам 8 лозы, чтобы мы с тобой могли прокачать на следующий уровень ее. Так, ну что, у нас остается сегодня еще арена, ребят. Так что пойдем посмотрим, что у нас там. Так, ну у нас с тобой здесь 4 перчатки. Угу, можем получить 4000 голды, потом 4 пиньеты. Как раз, если мы с тобой не оплошаем, можем забрать все вот эти награды. Ну что, поехали. Посмотрим, кто здесь и что. Газ. Так, ну меня интересует не что газ, а кто, с кем мы будем... Ой. О-о-о-о, босс. И что прикажешь делать? Так, этот босс у нас, что же он делает? Я не помню, то ли поджигает, то ли замораживает. Что-то такое хитрое и противное. Возьмем с тобой лазу. Тут у нас летающие, тут дофига кто. Тут и гаргантюахи. Наверное, взять надо будет взрывную лазу. Плюс еще ко всему этому, наверное, мины. Как тебе такая команда? Или все-таки нам взять с тобой вместо вот этого всего сумрачную катапульту вместе с лунным цветком? Что скажешь? Попробуем? Давай попробуем. Блин, а эту-то я не взял. Ой-ой-ой, эту я не взял, ребят. Как ее звать-то? Забыл уже совсем. Подсолнух я забыл прихватить. Молодец, красавчик Рэй. Лучше не придумаешь. Так, шарики, шарики, я не знаю, нужны ли нам шарики. Ну, пускай будут, пускай будут. Давай смотреть. О-о-о, идет. Я не помню, что он делает. Ну, крик, и что? Кричит. Крикун. Ну что, взрываем, наверное, да? Это для начала. Сейчас мы посмотрим, что он тут будет делать. О, хорошо, что я не брал подсолнух, ребят. В них, в принципе, здесь нужды нету. Ну-ка. Ё-моё, они меня тут засыпают просто. Да ну, хорош, еще и динозавры сюда. Вы серьезно, блин? Они сюда еще динозавров, ребята, выпустили. Так, срочно выпускаем. Иначе будет плохо нам. Подбиваем хоть? Ну, вроде как подбиваем. Так, забираем с тобой это. Ну, что, будем активировать или подождем? Нет, будем активировать. Так, мортирушки, это все понятно. Опа, вот что он делает. Он показал свою сущность. Он сжигает ряд. И это плохо.
Он сжигает ряд, а мы с тобой вот так вот. Мы сжигаем их. Да где у меня? Вот. Давай, выпускай, выпускай, выпускай свой этот... бомбочку. Шикарненько. Давай еще. Давай еще, не стесняйся. Так, мортирушка, давай сюда. Сумрачная катапульта. Оу. Так, секундочку. Да он запарил уже горлопан орать-то этот. А этот идет в наглую, да? Все ему нипочем. Ты посмотри, что творит, а? Ты просто полюбуйся. Что у нас тут получается? Хоть что-нибудь? Мы отбиваемся. Ну, отбиваемся как можем, ребята, а что? Другого расклада и быть не может. Единственное, я не могу понять, почему у меня наверху нету сумрачных. Потому что их все сожрали, вот почему. Их всех захомячили здесь. Вот так вот. Так, давай, наверное, еще раз сделаем с тобой взрывчик. Сюда, сюда. Воу, тут уже их начали сбрасывать на меня. Понятно. Хе. Взрыв на макаронной фабрике. Делаем. Отбиваюсь как могу, друзья мои. Вообще просто напряженка. Ты посмотри, какая конкретная. Конкретная напряженка. Лезут абсолютно со всех сторон, со всех щелей. Так, срочно вот так вот сделаем с тобой. Здесь подрыв. Офигеть, конечно, уровень. И знаешь, что я тебе скажу самое плохое? Что мы проигрываем. Да, ребят, мы проигрываем по очкам. Чё-то у меня здесь не задалось. Ну вот смотри. И что ты хочешь сказать? Что вот этим он меня смог выиграть? Вот этим вот. Это чушь полная. Ребят, это полная чушь. Не мог он меня вот этим вот выиграть. Таким своим составом нищенским. С двумя вишневыми бомбами, у которых откат фиг знает сколько. Нет, ребят. Это уже компьютер специально сделал такую статистику. Хоть они, да, они могут быть... Погоди, а если мы с тобой возьмем, например, мины? Ну, к примеру, просто вот возьмем с тобой мины. Так опять же, мины. Это надо будет их выставлять, они не будут успевать созревать, их будут, наверное, уничтожать. Фиг с ним. Так, смотри, у нас с тобой взрывные, да? Хорошо рулят. И... А что такое забор? Это, наверное, орехи у нас. Забор. Ну да, это у нас орехи. То есть они хорошо их сдерживают, типа. Фиг знает. Ладно, погнали. Давай посмотрим, как у нас тут получится. Релод и мины. Так а фиг ли, ребята, эти мины? Они же все равно тут летают. Динозавры орут, они бегут как сумасшедшие. Так что, мне кажется, тут фигня это полная. Особо это все не зайдет. Давай смотреть. Тем более он сжигает целый ряд. Что не есть хорошо. С энергией у меня здесь вообще никаких проблем не было. Так что я не вижу, ребята, смысла здесь брать подсолнухи или еще что-нибудь в этом роде. Просто не вижу в этом смысла. То, что он орет как горлопан бесявый, да? И вот эти вот динозавры идут уже. И то, что они прям из-под ног вылазят, это, конечно, борзость. Тут по-другому это не назвать. Борзость, причем несусветная. Видишь? Куда он там идет? Куда он там бежит? Взорвись ты к ядре, не фени. Так, сюда поставим. Шарики, 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 шарики. Гранат. Ну, гранат, говорю, бери. Да взорви ты его уже, господи. Тут стоит, смотрит на него, блин, как он там идет. Давит.
Мои растения. Так, к примеру, давай сюда. Эти шарики влепить. Если бы они еще тут хотя бы нормально так наносили урон, ведь ничего же подобного. Гранат, давай сюда поставим. Вроде как бы и взрывы, и все отлично, но... Ребят, но здесь мы пока выигрываем. Именно если брать по очкам. Вроде бы все пока хорошо. Единственное, где мои удобряшки? Скажите ко мне на милость. Бросаются, да? Так, ну что, взрываем? Взрыв на макаронной фабрике. Так, теперь сделаем с тобой вот таким образом. Че, кто там еще? Гаргантюа или мне показалось? Нет. Никаких гаргантюа я пока не вижу. Вот динозавры, да, это вот просто бесит. То, что они делают. То, что они вот это вот пинают их в мою сторону. Это просто бесяво. Так, давай еще разок. Ох ты! Даже не заметил, ребят, что здесь у нас беда была внизу. Вот, он еще, видишь, что делает? Лучами своими. Просто прожигает. Просто, друзья мои, прожигает все на своем пути. Так, сюда если мы... Отлично. Ну, здесь выиграли. С горем пополам. Ну, выиграли. Да и то, наверное, благодаря тому, что, да, противник был слабеньким. 4000 монетки мы с тобой забираем. Кстати, мы можем что... Ага. 30. 30 семян получаем с тобой на растение с шариком. Этого мало. Так, а следующий у нас откроется на 150, да? Щитов, кубков, называй как хочешь. Так, 3 перчатки у меня еще есть. То есть 3 попытки. Кстати, у нас с тобой 17 тысяч, ничего себе накопил я. Давно я таких сумм не видел у себя. Так, давай-ка мы, наверное, прокачаем. К тому же у нас есть что прокачивать. Очень много, по-моему, растений. Так, секундочку, сейчас глянем внимательно. Киви у меня закрыто, поэтому смысла нету на него заморачиваться. Банан. Я, правда, им не пользуюсь. Хурикали. Дальше кто у нас тут? Вишневая бомба. Пенек. Пенек, по-моему, 20 тысяч, да, стоит? Да, 20 тысяч. Ну, давай с тобой улучшим кабачок. И, возможно, вот эту вот редисочку. Или это свекла? Нет, по-моему, это редиска. Ну что, вот так вот. Деньги, конечно, мы с тобой моментально слили. Поехали. Яня. Какая-то Яня у нас тут. Ну что, 3 перчатки всего лишь отыграть, и все будет хорошо. И главное не то, что отыграть, а еще не проиграть. Поехали. Так, расставляю. Ой! Релот надо было нажать. Да что ж я сделал-то? Вот, ребята, я тупанул-то здесь, а. Вот это я тупанул. Серьезно, что ли, сейчас? Так, погоди-ка секунду. Да взорвитесь вы уже все тут, достали уже. Идут и идут, идут и идут. Дайте мне солнечную энергию, пожалуйста. Мне нужна здесь солнечная энергия. Так, мины. Шарики. А шарики могут у нас? Могут. Это, кстати, круто, что шарики могут у нас стоять. Да ё-моё, ну. Вот, энергия есть. Идут, идут эти хламоны. Я имею в виду именно динозавры. Так, ну-ка. Кстати, мы можем даже поверх ставить, получается, да? Давай взрыв.
Куда ты мне их киданул? Фига он такой простецкий, куда захотел, туда и бросил. Может, давай как-нибудь без вот этих вот фокусов твоих, а? Так, ребята. Ты видишь, да? Что он делает? Да взорвись ты уже. Шарик, выручай. Шарик, лошарик. А этот как неугомонный, орет, орет, орет и орет. Без остановки просто. Там, чертовы взрывы очень, очень масштабные. Так, секунду. Не надо мне подкидывать сюда зомбиков своих. Не надо. Как он меня бесит, когда он целый ряд просто берет и прожигает. Вот все, ребят. Целый ряд. Ну-ка. Отлично. Так, а мы с тобой опять проигрываем, я смотрю, да? Опять проигрываем. Именно по очкам, ребят. Именно по очкам мы опять с тобой фейлимся. Ума не приложу, как здесь нужно играть и какой командой. Вроде кажется нормальная команда, да? Все должно получаться, но нет. Ничего подобного. Может быть, нам сюда назад их поставить, потому что он их сбрасывает все-таки сзади. Шарик, выручай. Я вообще хоть двигаюсь с точки. У меня как было 300 тысяч, так 300 тысяч и осталось. Что за фигня, эй? Почему так? Все, наконец-то пошло у нас. Пошло у нас. Пошло все не так, как надо. Эх, друзья мои, вот так проиграть — это самое обидное. Вот смотри внимательно. Ты вот хочешь сказать, что вот таким вот составом он смог меня выиграть? Ведь согласись, это нереально. Ну просто нереально, ребята. У него даже не было нормальных растений, чтобы победить здесь. Вот этим горохострелом третьего уровня? Конечно нет, это чушь полная. Это все сделано для того, чтобы ты просто-напросто сдался. Вот и все. Чтобы у тебя не хватило гемов и тебя выкинули назад, как говорится, и ковыряй ты дальше. Вот такой вот он приборзевший сегодня. У нас компьютер. Фигею, там столько он наносил урона. Прогресс просто стоял на месте. Вот эта несправедливость убивает меня. Я понимаю, если бы действительно был противник сильный, я бы даже слова не сказал бы. Но в данной ситуации, извините, это уже заговор самый настоящий. Ну что, друзья мои, на этом мы, пожалуй, будем закругляться. Кстати, сколько у нас там ивент-то еще продлится? По-моему, там пару деньков. Не ивент, а арена. А нет, еще целая неделя почти. В принципе, можно, ребята, заработать 50 семян. Только стоит ли? Само растение это мне не особо понравилось. Если только для коллекции. Ладно, на выходном посмотрим, может быть, сыграем еще. Мы давно, кстати, не играли растения против зомби-героя. Может быть, все-таки в них поиграть на выходных. Ладно, там определимся. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.